Вы смотрите новости онлайн. Эпатажной актрисе Анфисе Чеховой в декабре исполнится 40 лет. В связи с этим она приняла грандиозное решение для себя. В ближайшем будущем она покинет мир большого секса. Первый вызов Анфисы уже откровенно брошен. Анфиса Чехова была приглашена официально на мероприятие Music Box. Девушка опубликовала наряд, в котором она появилась в светском окружении известных личностей России. Поклонники восхитились красивым длинным платьем темно-вишневого цвета с неброским декольте и закрытого пошива. Она сказала, что не будет больше представлять большой секс на экране. Ее решение по обретению нового образа целомудрия связано с тем, что она предпочитает уступить дорогу более молодым кандидатам с красивым молодым телом и еще более соблазнительными формами. Чем теперь будет заниматься Анфиса Чехова, пока не оглашалась перед публикой. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!